Василий Каштанов сейчас окажется здесь, на этой сцене. Встречайте! Поздравить коллектив этого
Лукеринского клуба, я настаиваю, клуба культуры, и пожелать вам крепкого здоровья, чтобы у вас всегда были здесь люди, а для этого старайтесь, пожалуйста, душевно проявлять о них заботу. Они всегда откликнутся. Если человек чувствует душевную отдачу, он обязательно придет. Наталья Владимировна, поздравляю вас!